Ну, а теперь давайте установим Джулию, собственно. Итак, вот у нас Джулия, наберем тут в поиске пакетов. Ну, Джулия, вот она, одна есть. Опять Ctrl-V вставили, минус Y, и сейчас Julia будет установлена. Ну и сразу обычный PowerShell запустим, наш пользовательский, и посмотрим, как мы будем работать с Джулией. Итак, она устанавливается. Достаточно большой пакет. Джулия. Вот она, Джулия, запустилась. И теперь мы можем с ней работать, как с обычной Джулией.